В Ярославле начались работы по реконструкции Лазурного. Подрядчик приступил к демонтажу внутренних помещений. Предстоят масштабные работы по ремонту чаши бассейна, входных групп, фасада. Модернизация Лазурного идет в рамках программы развития физической культуры и спорта в Ярославской области. Александр Захаров побывал на объекте и узнал, как хотят преобразить главную в городе площадку для занятий водным спортом. Рабочие снимают потолочную плитку в холле бассейна. Идет демонтаж плитки в помещении для занятий с маленькими детьми. Все готовится к масштабной реконструкции. Также у нас будут дополнительные объемы выполнены по вспомогательным чашам для деток. Будут предусмотрены работы по маломобильным группам. Соответственно, доступ на объект обеспечен. А также будут большие работы выполнены по фасаду здания, входной группе, холл, буфет. Очень много изменится. В бассейне заменят витражные окна. Они будут сохранять тепло в помещении. Перепланируют лестничные марши, рядом установят лифты. Одни из самых масштабных ремонтных работ ожидают центральную чашу бассейна. Здесь предусмотрено усиление конструкции, замена облицовочных материалов на нержавеющую сталь, а также замена систем водоподготовки, отопления, водопровода, водоснабжения и водоотведения и прочие работы. По словам подрядчика, новая отделка бассейна прослужит не менее 50 лет. Предусматривается конструктив чаша в чаше, значит, это будет действительно отделка алюминиевыми композитными панелями, что в свою очередь позволит сократить сроки строительства. Вот. И придаст такой современный вид нашему бассейну. Бассейн Лазурный конца 70-х годов постройки. Разговоры о его реконструкции шли давно. Это единственное сооружение в городе с дорожками в 50 метров, что очень важно для занимающихся здесь спортсменов. В настоящее время более 700 воспитанников спортивной школы распределены по трем другим бассейнам города. У нас, я надеюсь, здесь появятся как раз и чаши бассейнов для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И надеюсь, что все члены сборной Российской Федерации и все воспитанники вернутся в новый красивый перевоплощенный бассейн для того, чтобы дальше продолжать занятия. Стоимость ремонта Лазурного – более 1 000 000 000 рублей. Срок окончания работ по контракту – декабрь 2025 года. Александр Захаров, Игорь Мосин, главные телевизионные новости.